каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Майнинг с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео по Overwatch. Называется она Overwatch Animated Short. Dunk Dragons. Короче, это Overwatch MLG, только не MLG, погнали смотреть. Это как пуп, только не пуп. Я не знаю даже, как это объяснить. Но мы уже видели несколько частей. Blizzard Entertainment в виде Наруто. Круто сделано. Окей. Твое любимое аниме — говно. О боже мой, сзади Snoop Dogg. And the dragon of class. Дракон Свега — это топ. Свег Драгон. Рожби бака. Эмодзи. Вау! PewDiePie топовый. Hey you, come here. You wanna buy some drugs? Раскаленный нож, что ли? Eliminated Nokia. Блин, это топово. Боже мой, это жабка. Захват точки. Эмоция. Блин, это так годно и круто сделано, так качественно. Меме. Мим. А глазки-то красные. Все ясно с тобой. Шалунишка Ханза. Про Генчи. ПП. Нёрф. Боже мой, годно. Лук нёрф это годное, годное. Ты знаешь, это такие игрушки автоматики. Их часто сейчас используют ютуберы. Я думаю, вы видели. Про Генди весь в стрелах. I need healing. Когда ты Генджи, I need healing. Автор явно или любит, или не любит Мэй. Fight! Аж... Мне это аж напомнило то, что я жду Tekken 7. Скоро он выйдет. Спам кьюбаттон. Press X to win, как говорится. Давай, Юга Вакатю Курае! Давай. Юга Вакатю Курае! Изи. Генжиталити. Блин, очень годно сделано. Who are you? Intel Core. Даже он пользуется Intel'ом, а не AMD. What is up, everyone? My name is Jeff. I'm one of the developers on the Overwatch team. I want to rematch you, filthy casual. Okay, dude. Maybe you should choke on my Lijiang Tower. And then fucking kill yourself. Epic. Get God web. Weep. Сам он точку захватил и выиграл. Изи вин. Дракон Свега вин. Mission passed. Respect. О, это же музыка Сан Андреаса. Overwatch. И глаз Иллюминати вон внизу, кто не видит. Круто, очень годно, сверхгодно. Прям вообще мега годно, обожаю эти видосики. Там еще вроде бы какой-то остался.
не помню какой, но боже, как же это качественно сделано. Это просто, хочешь обмазываться этим видосиком, втирать каждый пиксель себе в лицо. Ох, кайф какой. Ребята, ссылочки в описании, все как обычно. Перейдите на канал автора, подпишитесь, поставьте ему лайки, подпишитесь на его группу ВКонтакте, если у него она есть, а у него ее нет, потому что это англоязычный автор, и просто подпишитесь на его канал. А если просто моя реакция, можете подписаться на меня, поставить лайк, подписаться на мою группу ВКонтакте, на мою личную страничку ВКонтакте, и будьте молодцами. Вот. Всем удачки, всем пока-пока.